Жители сразу нескольких сельских поселений Верхневолжья оплатили за невывезенный мусор. Нарушения законодательства в части организации накопления ТКО и их вывозу были выявлены прокуратурой в Ромешковском районе. Надзорным органам установлено, что жители нескольких сельских поселений района начислялась плата за вывоз мусора, а сама услуга не поставлялась по причине отсутствия оборудованных мест для накопления отходов. По настоянию прокуратуры жителям проведен перерасчет. В деревнях Волково, Заскале, Каликино, Толокново и еще в 5 населенных пунктах района услуга по транспортированию мусора не оказывается в связи с отсутствием на их территориях мест накопления отходов. Услуги гражданами не оплачивались, однако в квитанциях об оплате появилась информация о наличии долга и принятии мер по его взысканию. По результатам проверки в связи с выявленными нарушениями в адрес регионального оператора ООО «Тверь-спецавтохозяйство» внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого 112 жителям 9 населенных пунктов района снята начисленная плата за услугу по обращению с ТКО. В отношении регионального оператора прокуратуры района возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.7 КУАП РФ за обман потребителей.